Здорово, орлы, с вами Рэй, и сегодня мы поиграем в танки X, а точнее продолжим играть, потому что до этого я уже играл. Ну что же, ребята, мой танк, я что ему сделал? Поменял, насколько я помню, только ствол. Остальное осталось прежнее. А нет, заменил корпус. Так что сейчас мой пробный первый запуск. Ой, ребята, что-то больно шустрый какой-то. Ёлки-палки. Я рассчитывал на более спокойные движения. Ага, смотрите-ка, появился мой соратник и враг. Иди сюда. Кстати, что у меня? Я улучшил пушку, насколько вы помните, в прошлой серии. Но что-то особого дамага я от нее не замечаю. Ну что он там юлит-то? Блин, спуститься вниз, что ли, помочь своим собратьям, так сказать. Роман вышел из битвы. Ага, у нас кто-то, ребята, вышел из компашки. Это плохо, потому что мы теряем преимущество. Так, лишь бы не перевернуться, только... Ну что, где враги-то все? Я не вижу ни одного. Ага, во. Что-то схватил, гаденыш. Надо его бомбить. Да, единственное, что мне здесь не нравится, ребята, не видно хп, как сказать, сколько осталось жизни у противника. Может быть, это, в принципе, в настройках где-то устанавливается. Но я особо там не лазил. Так что... Где все? Вижу только наших. Блин, какой же все-таки он неудобный, а? В плане... Уж больно юркий. Разворачивается больно круто. Надо было, наверное, корпус все-таки не трогать. Оставить такой, как был. Ладно, потом, если что, поменяем. Сейчас мне интересно, где враги. Пока счет 6-2. Мы ведем. Я смотрю, что я здесь единственный, кто с таким вооружением. Остальные все... Остальные все... А нет, такой же практически. Тоже стреляет. Иди сюда. Да какого лешего-то? Слушайте, ребята, а тут что, еще можно приобретать перки, я смотрю, да? У меня только один, это прицел. Видимо, да. Хотелось бы на них глянуть. Ладно, драгон, веди меня. Так, что-то одни наши тут везде только и крутятся. Тихо, 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 тихо. Ух ты, вот они все. Откуда они взялись? Повыползали архаровцы, да? Так, ну что же. Мой согруппник завалил. Блин, а этот-то как там оказался наверху? Иди сюда. Ну-ка, 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 ну-ка. Вот, полежи-ка лучше. И мой чувачок с группы его быстренько раздеребанил. Ой-ой-ой-ой, не надо появляться прямо здесь. Так, этот что такой красный? Раскраснелся. Готов, и я там же оказался. Ладно, попали все под одну гребенку. Я на крыше начинаю. Дайте-ка я доеду вот до этого чемоданчика. Что там, интересно, лежит? Непонятно. И что это мне дало? Ровным счетом ничего. Черт подери. Ну давай ты, попадай в радиус моего выстрела. О, 431. А, видимо, ребята, повышает урон. Скорее всего, вот так вот. Все. Кончился. Да, на короткое время, конечно, дается. С крыши-то хорошо наблюдать, но вот попадать, как видите, не получается почему-то. Ха-ха, обоих поджарило. Так, тихо-тихо, вот еще один какой-то пилмал. Или, а, палмал, ёпрасоте. Назвался как сигареты. Ё-моё, вы посмотрите, а? Ныкается, ныкается. Ха-ха. А я вас палю, ребята. Что ты там своей лазерной указочкой мне дринкаешь? Мимо. Хотя нифига не мимо, ребята. Все-таки попал. ХПшки на пределе, ребята. Ну, я буду их бомбить отсюда. Черт подери, а? Добомбился. Ладно, я помню, где они стоят. Да ё-моё, вот. Иди отсюда, Палмал.
Откуда ты взялся-то вообще? Тебя не было здесь в упор, блин. Слушай, ты задолбал своими фаерболами тут раскидываться. Что-то как-то больно быстро меня тут разбирают, ребят. Такое ощущение, что я здесь вообще нубас какой-то полнейший. Ага, опять этот полмал. Как говорится, месть была сладкой. А это кто у нас там? Фриз? Ну давайте будем валить Фриза. Ненадолго мне хватило, конечно. Но, тем не менее, ребята, мы пока ведем. Да сдохни ты уже, а. Сколько... Кто меня там жарит, блин? Твою медь, а. Скоты, блин, зажали с двух сторон. Да он успокоится или нет, а? Кого-то задел ненароком. Ну отойди ты, дракон, с поля зрения. Так, подождите, нашего там кто-то жарит. Вот так вот, двойное убийство. Будет знать, как на наших наезжать. Так, здесь, блин, смотрю, сбоку там кто-то палит, ребята. Я чувствую его взрывы. Да, и ощутил на себе также. Ну и фиг с ним. Так, где-то здесь, смотрю, лазерщик стоит, ребята. С лазерным прицелом. Вот он, наверное. Нет, не тот. Ну, этого тоже надо деребанить. Ё-моё, кто-то сзади там неплохо бомбит. Но мне нет смысла сейчас поворачивать пушку, потому что я в критической форме. Все, разбили. Блин, хочу другую пушку. Надо будет потом глянуть, кстати, что для этого надо. Ну, где вы все? Власти давайте. Ёлки-палки, я уж думал, это враг стоит. Это какой-то старый ржавый танк. А тот там вдалеке... Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Тихонько, ребята, тихонько. Это опять Фриз. Да что ж такое-то, блин? Ёлки-палки, поменялось управление. Теперь взад это вперед, а вперед это взад. Давайте-ка этого Фриза добьем. Отлично. Отличненько. Блин. Твою дивизию. Смотри, что творит, а. Раскраснелись. Интересно, кто кого сейчас завалит, а. Ну, все-таки мне помог дракон. Я бы так бы не справился. Ну, а этого я стопудово не завалю, потому что у меня мало жизней. Че он так строчит-то бесперебойно? Или это не он строчил? И вообще, где мы с вами деремся? Да, в принципе, это и не важно знать. Главное, что деремся. Напоминает чем-то... Знаете что, Ливию. Так, отлично, из-под тишка я его подбил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, опять этот... С лазерным прицелом. Черт, жарят меня, жарят, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас любой... Блин, фаербол, я сдох. Здесь хорошо, что ребята резаются очень быстро, не надо очень долго ждать. Поэтому как бы это плюсик такой к игре. Ну что ж, давайте выйдем отсюда и попробуем отомстить своим обидчикам. Ёлки-палки, ну все-таки какой он шустрый, а? Я даже не успеваю вписаться в поворот. Так, смотрите-ка, сверху он стоит. Давайте-ка поднимемся и дадим ему шороху. Да, чувствую сейчас... Опа, ну-ка, нет, упал на колеса. Ну что ж, давайте я тоже за ним сигану. Так, попробуем его здесь раздеребанить. Так, он готов, но здесь еще один. Ух, великолепно, ребята. А этот-то из-под тишка, блин, из-под тишка лезет. Да сдохни ты уже, мразь. Сдох почему-то я, блин. Ну и он тоже, конечно же. Так, елки-палки, это с лазерным прицелом задолбал уже. Как быстро-то, а? Я ж только появился. Да, лихо орудуют ребята. Буду с крыши тогда бомбить. Только проблема вся в том, что я никого не вижу, ребят. Что делать? Придется спускаться вниз. Не вариант стоять на крыше. Отличненько. Где там бомбит по-нашему? Ага, на крыше. Все вроде бы снесли. А не, нифига. Короче, пока мой браток здесь воюет, я пойду проверю, нет ли сзади никого. А то мало ли из-под тишка вылезут. Так, чисто на горизонте. Давайте возвращаться и помогать
Ага, они оба на крыше. Тут еще фаермен где-то вылазит. Что это за музыка? Что за музыка появилась? А, ребята, время. 464. И я получил сколько? 100 кристалликов. Тут, конечно, немножко непонятно. Звездочки какие-то, смертей. 12 раз я помер, что ли? Ну, а тут у нас, я смотрю, очки опыта, мастерство. Мастерство у меня вообще какое-то хреновое. Ладно, ребят, давайте следующую игру сразу же, как говорится, с колес поедем. Нечего тут рассусоливаться, и у нас тут какой-то город. Ага. Че, я опять один, что ли? Так, подремонтировались. Только нахрен надо было... Ага, вот он. Че такое? Чем он таким бомбит? 87. 89. Это что за дамаг у меня? Ё-моё. Ничтожный. Да, мне это не совсем нравится. А это что такое? Ага, это, по-моему, если не ошибаюсь, ребята, на, как сказать, на усиление атаки. Бам, 223, неплохо. 172. Это, по-моему, идет фриз на меня, да? И снайпер бомбит. Ё-моё, заморозил, гад, заморозил. Черт, и уничтожил. Слушайте, ребят, в принципе, фриз и фаермен. Фаермен, чё я горожу? Танк, который фризит, и танк, который поджигает, они, в принципе, хороши. Но есть у них один недостаток, что они действуют это все в ближнем бою. То есть, для начала ему надо подъехать к врагу, и только после этого вплотную практически применять свое орудие. Но, как видите, у них это очень хорошо получается. И причем довольно шустро сносятся хпшки. Да, интересно, я могу себе взять потом фризу? И что, интересно, лучше, фриз или огонь? Ребят, если знаете, подскажите, пожалуйста. Ну, вы, наверное, скажете, что самое лучшее — это какой-нибудь там снайперское оружие. Что это такое? Что с танком? Что с танком произошло? Что он там пляшет? Что-то не могу понять. Какой-то лаг, глюк. Странно. Ладно, проехали. Ну куда ты, куда ты, куда ты там ползешь, а? Я же тебя все равно достану. Или меня гады достанут. В любом случае, ребята, я без боя не сдамся. Так, великолепно. Я отскочил, иди сюда. Жулик. Давай-давай-давай, иди-ка сюда, родной. 284, да сколько у них хп-то? Я этого не понимаю. Сколько по нему бить, тоже непонятно. Наугад, на ощупь, что ли? Фига он там бомбит. Так, тихо-тихо, фриза вижу, вижу фриза. Что-то их там дофига скопилось, по-моему, да? Давайте-ка вот так вот. 85. 156, что ли, тройной урон там по всем сразу же. Ха-ха. Интересно. Так, о, самый большой дамаг сейчас проскочил. 300. Минус один. Да ё-моё, блин, а. Бомбит этот чувачок, конечно, нехило. Или у них пушки мощные. Тут, короче, так получается. Или у меня корпус слабый. Третьего здесь не дано. Ну, кроме кривых рук, конечно, еще. Хотя тут хрен знает, какие руки имей. Если танк у тебя классный, то он и будет классным. 191, почти 200 урона. Я даже не знаю, сколько у меня-то хп. Но зато я знаю точно, что 5,5 минут у нас еще в запасе есть повоевать. Я не могу понять, откуда этот лазер сейчас вылетает. Откуда он вылетел? Впереди никого нету. Не врубился я маленько. Стоит там, да? Притулился на крыше. Давайте-ка сейчас мы его раздеребаним. Я надеюсь, он никуда не рванет. Нет-нет-нет, отличненько. Мы его подбили. Будем надеяться, что мы это сделали. Еще один такой же, да, фраерок. Сидит там.
Черт, ну этот почувствовал, что... Ой-ой-ой-ой, фриз, фриз, фриз. Надо срочно сматываться, ребята. Есть, забомбили его. Это хорошо. Где-то, блин, там прячется, по-моему, да? Вот он тут стоит. Ё-моё, и тут... Ух. Опять меня разбомбили. Я, по-моему, погибаю больше, чем остальные. Ну, естественно, мы это все потом посмотрим по статистике. А сейчас давайте дерибанить. Мы практически нога в ногу идем. Ну, у них, если честно сказать, танки намного сильнее наших. Смотрите, у них здесь и лазерщик этот, и фриз. А у нас... Ё-моё, вон он, видели где? Ныкается. Черт подери, они с тыла нас берут, ребята. А нет, молодцы, разбомбили фриза. А этот рифлганчик все по нам бомбит. Точнее, он стреляет по мне. И все-таки он сделал свою работу, уничтожив меня. Ладно, давайте. Здесь, смотрю, кого-то уже подбили. Ага, вон 79. Ну это что, дамаг разве, а? Это ничтожество просто-напросто. О, усиленный взял. Черт, и он сматывается куда-то, да? Получается так. Ну, отсюда мне вообще никуда ни по кому не попасть. Придется съезжать. Хотя, если вот сюда выйти... А вот он и снайпер. Видите, где он сидит? Зараза. Бомбит, блин. Они только вот так и могут на дальней дистанции. Вплотную, если к нему подойти, в принципе, легко и просто его разбомбить. Вся проблема только, как к нему добраться. Кто там фризит кого, не пойму я. Ага, вражина. И сдох он. 165 дамага. Очень слабо. Так. Слушайте, я что-то не врубился. У них что, по две пушки, что ли? Или мне показалось сейчас? Вот он стреляет этим рифлганом. Ну, скажем так, лазером. И, по-моему, он еще из обычной пушки стрелял. Будем считать, что мне показалось. Ёлки-палки, тут заварушка полным ходом. Я иду, ребята. Хорош там строчить. В принципе, у этого танка дамаг не такой большой, но быстрый. А вот у этого снайпера вообще жесть. Сейчас бомбанет. Блин, так и знал. Знал и стоял. Так, сундучок, но он мне не нужен, потому что это на лечение. На ремонт, точнее. Так, смотрю, там красненький, надо его до... Да, уж добьешь, конечно. Нашего разбомбили, причем довольно легко. Ну, правильно, их там трое, да? Да, трое. Спрятались за этими, за амбразурами. Снайпер палит, блин. Вот он, фриз. Заморозил и разбил. И ничего не сделаешь, блин. Ладно, ребята. Мы проигрываем на 10 очков, а времени у нас минута. Мне кажется, что здесь без вариантов. И все лишь потому, что мы практически все с одинаковыми пушками ходим. А у нас что получается? Только один фриз там. Готов. Один фриз. И все, по-моему, больше у нас ничего такого особого нету. Если бы у нас был бы лазерчик, ой, ну вот этот вот, который на дальней дистанции бьет, это уже было бы, конечно, хорошо. Да сдохни ты уже, блин, а, плазмометчик. Фриза тут это... Отлично, двойное убийство. Но у нас это не спасает, ребята, мы все равно проигрываем. Как вы понимаете, за 20 секунд нам их не нагнать. Ну и ладно, я надеюсь, хоть что-то мы получим за проигрыш. Хе-хе. 38-53. Все, последние секунды. Можно даже не высовываться лишний раз, чтобы не давать им дополнительные очки за убийство. Поражение. 417 рубинов нам дали на команду. И я получил всего 46. А помер я, по-моему, 12 раз.
Так, очки опыта, опыта. Я не знаю, что это за очки. Давайте зайдем в гараж, наверное, ребята, и посмотрим. Сменить пушку. Ну, давайте глянем, что здесь есть. Огнемет, да? Ключ к городским боям. Твинс стал одной из первых пушек будущей корпорации Антей. Ясно. Это у нас фриз. Первые бои за жаркий Иран. Молот. На средней дистанции. Дробовик танкового типа. Что-то новенькое. Смотрите, тут рикошет есть. И стоит это 700. А, остальные, смотрите, по 1100 рубинов этих. Я могу купить либо твинс, либо фриз. Или же подкопить еще деньжат, ну, рубинов, и купить уже более что-нибудь достойное. Как вы думаете, а, ребята? Фриз, молот, этот дробовик. И хочется, и колется, и не могу. Наверное, ребята, все-таки, черт подери, я ставлю, наверное, деньги, точнее, рубины нетронутыми, а скоплю, наверное, еще чуть-чуть побольше и смогу купить себе уже намного лучше. Да хотя бы вот это. Нет, молот я не хочу. Молот — это все фигня. Лучше тот снайперский. Так, ребята, а я так понимаю, здесь сундучки на халяву не дают, да? Все только чисто за донат. Фигово. Могли бы хотя бы сундучок-то давать хоть один раз в день. Или за вход в игру. Ух, куда нас нелегко сейчас забросить, ребят? Опять в город. Ну что ж, город так город. Поехали. Пока никого не вижу. Там уже у меня вовсю, смотрю, заварушка идет. Ох, как ты летаешь. Ничего себе, смотрите, там какой. С раскраской. Этот паренек, видимо, давненько тут дрынкает. Ну, а может быть, еще даже и донатит. Этого мне неизвестно, так что утверждать я ничего не собираюсь. Ну-ка, Рокстар. Блин, вы смотрите, он появился прямо у меня, грубо говоря, под гусеницами. И тут же меня раздеребанил. Нехило. Ладно, ребята, давайте отомстим. Вот он стоит. Ну, что ты сделаешь? Черт, по-моему, ага. Все-таки мы его подбили. Так, следующий вылазит. Ё-моё, я уж подумал, там было у него по-русски ник написан. Но мне показалось. Чупакабра, елки-палки, а? Чем он там жарит, не могу понять. Чуть не врублюсь. Не врубился я, чем он там по мне стрелял. Но то, что он меня убил, это однозначно. Ага, вот он, чупакабра. Отстреляла свое. Ё-моё, вы посмотрите, какой красивый танк, а? Наверное, мощный. Или это просто граффити. Одно из двух. Да чего вы меня не пропускаете-то? Типа, иди на... Иди, будешь приманкой, да, для них? Втроем они здесь стоят. Жалко здесь нету, знаете... Ай, жалко здесь нету мортиры, как в Battle Bay. Киданул ее и ждешь, когда их всех накроет. Как говорится, огненной волной. Ребята, шутки шутками, но я не понял, что они на нашей территории гуляют, как у себя дома, а? Это не дело. Ну-ка, давайте-ка, надо отсюда слезть. Ёлки-палки, их тут двое. И там еще были. Ну, теперь уже их, конечно, в разы меньше. С одного удара. Ну, я, видимо, был подбит, недохиленный. Ха-ха, прилетел. Кстати, что у него там такое? Я смотрю, какая-то энергетическая дуга шла от него. А сколько нас вообще здесь танков-то, а? Да, подсчитать это невозможно. Это только уже по статистике можно глядеть. И там все прописано.
Да куда, куда, куда? Иди-ка сюда, прячься. На. Замечательно. Эти все там стоят на крыше, а? Притулились. А мне, если только, ребята, отъехать назад и попробовать их так достать. Получится, нет? Ага. В захват идут. Надо стрелять. Ёлки-палки, наш туда рванул, его расстреляли. Ну, давай, давай, давай. Фриз тут еще внизу. Ё-моё, сейчас он меня будет фризить. Двойное убийство. Неужели было мое двойное убийство, а? Да. Даже не успел насладиться. Ну что вы тут стоите, архаровцы? Давайте вперед в бой. Надоели уже, на самом деле. Да отойди ты, дай проехать ты. Ой, дурик, а. Вот так, как говорится, с колес прям на 172 ему и залупендил. Где он? Смотрите, люди выходят из боев и сразу же практически заходят. Ну и где они? Смотрю, там мои гуляют вовсю. Причем довольно вольготно. Неужели тут никого нет? Да нет, вот они стоят же. Дракхэм. Давайте-ка Дракхэм этого. Ух ты, тут жаровня. Блин. Тут уже начиналась, ребята, жаровня. Но, по крайней мере, 47-29. И время 38 секунд. 37-36. В общем, не давать им слабины и бомбить по-жесткому. Так, а что я взял-то? Я так и не понял. Ха-ха. Что, Фриз, не понравилось? Вот так и мне не нравится, когда меня бьют. Давайте сейчас этот танк. Да сколько по нему бомбить-то надо, а? Черт. 51-31, ребята. Считанные секунды, ребята, и победа будет за нами. И отлично. 577 алмазиков мы получили, и мне досталось 67. Ну, хоть столько, и то ладно. Немножечко не хватило до очков опыта на пушку. А у меня здесь, ребятушки, что? Рикошет золота. Не знаю, что это такое здесь. Видимо, за деньги. А что еще тут есть? Так, давайте посмотрим. Сменить пушку, внешний вид, характеристики. Улучшение, улучшить. Это... Ага, вот как будет все это выглядеть. Нет, ребята, я думаю, нету смысла мне апгрейдить старое орудие. Мне надо новое, обязательно новое. И тогда... Как сказать, дела пойдут в гору. Ладно, изи, да. 700 кристаллов. 1100. А у меня всего 280. Да. Прям плакать хочется. Ну, опять что ли в городе? Ёлки-палки, как же так? Во-во-во-во-во, ничего себе. Это мы где оказались-то? Не могу врубиться. Или это они на нашу базу рискнули посягнуть? Давай вот этого. По кому ты там строчишь? Давай в этого. О, добили. Отличненько. Так, еще один остался. Да, кстати, ребята, когда бой начался, я попал в него случайно. То есть уже ребята играли, и я присоединился просто к игре. Черт подери. Поэтому у нас еще такой сейчас 35-34. И, грубо говоря, играть минуту. С одной стороны, хорошо, если мы победим. Мне достанутся кристаллы. Но за проигрыш тоже дают, но значительно меньше, я так понимаю. Да сдавай ты, собака, а. Давай вот так вот, оп, и спрячемся. И кто там падает? Опять наш танк упал.
Ладно, small fish. Маленькая рыбка, иди сюда, рыбка. Рыбачок, блин. Я тебе дам маленькое. Так, 156 урона. Ух, там танки только лежат. Надеюсь, не наши. Ёлки-палки, 39 на 39. Счет-то уже равный. И времени, извините меня, полминуты. Блин, я в данной ситуации боюсь куда-то высовываться, потому что может получиться так. Выпрыгнешь, тебя подбили на последней секунде, и все, мы проиграли. А что, как вариант, вполне. Счет идет у нас равный. Так, главное не подставиться, ребята. Ё-моё, блин, 41-41. 3, 2. И они кого-то убивают на последней секунде. Да. Раз, два, три. 8 на 8, оказывается, ребята, играем. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях. Так что не пропустите. А вам всем удачи, ребята. Bouncing the top of nigga, you can't stop bouncing.